Сергей Викторович, ну, во-первых, с победой, вот сегодня как раз с реализацией моментов все было очень хорошо. Еще какие вот итоги победы скажете? Парни молодцы, среагировали на небольшую критику после первого периода. Не наш лучший период, мы так не должны играть, но следующие два были очень хорошие. Поздравляю нашу команду с победой. Есть над чем работать. Никита Нестеров 7 смен провел в третьем периоде. Вообще не выходил. Что с ним случилось? Решили дать возможность молодым поиграть. И Павел Карнаухов сегодня еще как пятый центр-форвард был задействован, в том числе, почему вот его набрасывание тоже ставили Карнаухова. Я думаю, Миша и Паша знают свои сильные и слабые стороны. Они сыграли так, как они сыграли, поэтому для меня, в принципе, это не вопрос. Спасибо большое.